Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и Мир не без добрых людей. У меня появился пропуск на вот это вот игровое событие, посвященное Хэллоуину 2023 года, Ведьмино проклятие. Теперь у меня есть возможность забрать ведьму. И, друзья мои, в связи с этим приглашаю всех сегодня вечером на прямую трансляцию, где мы эту ведьму с вами заберем, ну и еще немножко прокачаемся и весело время проводить будем. Поэтому, друзья, всех жду вечерком, как обычно, в 8 часов вечера по Киеву. Спасибо большое за то, что придете заблаговременно. Ну а теперь, друзья, давайте сделаем следующее. Давайте заберем все, что здесь получается забрать, в случае, если у вас появляется вот этот пропуск на 25 уровней. Ну и, соответственно, пооткрываем контейнеры, которые здесь есть. Немножко игра притормаживает, поэтому вы уж, пожалуйста, не обессудьте. Сильно не серчайте, это не от меня зависит. Ну вот, притормаживает, как есть, так есть. Что здесь сейчас заберем? Заберем один контейнер фолианта, в котором есть 6 машин. В принципе, практически все тачки из этого контейнера у меня в коллекции есть. Но я хотел бы все-таки забрать себе Хельсинга. Дело в том, что именно Хельсинга, по большому счету, мне-то тут и не хватает. Все остальные машины, как я говорил, у меня в ангаре уже стоят, и я просто балдею от машин, которые являются полностью нестандартными тачками в нашей игре. Плюс к тому, помимо того, что мы откроем два контейнера фолианта, мы еще откроем вот этот вот контейнер. А в этом контейнере у нас есть Ликан. Да, Ликан у меня в коллекции есть, но если все-таки Ликан с вероятностью 5% выпадет, то я получу 6500 золота, что в принципе для меня, как для ютубера нищебродного, у которого золотая копилка не такая уж и большая, является суммой очень даже таки серьезный. Ну что, давайте забираем все вот эти вот предметы, все 26 уровней. Смотрим, что нам выпадает из контейнеров. Ну вот, пожалуйста, первый контейнер. Второй контейнер. 200 золота. Ну, слушайте, ну неплохо все равно. Голдишка я немножко обзавелся, уже неплохо. Плюс к тому, посмотрите, сколько всего я получил. Это действительно очень клево, очень приятно. Мне лично нравится. Что у нас здесь? Контейнер фолианта. Здесь у нас контейнер Ликан. Открываем его? Ну, понятное дело, что открываем. Ну, 6500 будет? Будет 6500? Давай 6500 мне. Нет, 500. Но, знаете, лучше 500, чем 0. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так или иначе, я забрал себе огромное количество всякого рода ништячков вкусных. Мне это понравилось. Что вам хочется отметить, что не все я дозабрал. Забираем оставшееся. Не знаю, как так получилось. Видать, класснул мышью не туда, куда нужно было. И вот меня интересует вот этот вот предмет. Обменять. Интересно, на что? Класс. Блин, да показали бы мне сначала, на что я меняю. Ну, ребят, ну так тоже никто не делает. Что мне начислили вообще? Не совсем понимаю. Ну, явно не голда прилетела. Получено 3000 свободного опыта. Плюс я в сезоне там немножко открылся. Интересно получилось. Вот не нравится мне вот этот игровой момент, когда ты нажимаешь на какой-нибудь предмет коллекционный и, нажав на клавишу обменять, ты сразу обмениваешь. Вместо того, чтобы тебе показало сначала, на что ты будешь конкретно обмениваться, ну и, соответственно, тогда ты уже либо подтверждаешь свои действия, либо отказываешься от этих действий для того, чтобы не терять предмет. Ну, вот как получилось, так получилось. Здесь есть у нас еще вот этот вот пузырек, зелье ума. Ну, буду пока хранить, мало ли, вдруг когда-нибудь пригодится. Его, кстати, тоже можно обменять на 3000 свободного опыта. Так или иначе, ништячками обзавелся. Ведьму однозначно сегодня вечерком забираем, поэтому жду вас всех на прямой трансляции сегодня в 8 часов вечера по Киеву. Буду рад каждому из вас. Плюс к тому, уверен, что мы где-то как-то будем прокачиваться и, глядишь, еще сможем с вами через несколько прямых трансляций какой-нибудь дополнительный контейнер открыть. Побежал снимать специально для вас, жду вечерком всех в гости, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.